тишину воскресного вечера нарушил взрывной рев бас-гитары и пронзительный вокал участников конкурса «Виа-магистраль». Со сцены Дома творчества имени Торцева звучали знаменитые рок-хиты 80-х, 90-х и нулевых. Постой, не уходи, мы ждали лета, пришла зима, мы взлетели в дома. Среди коллектива визуально выделяются ребята из Заполярного. Белые рубашки и плюшевые кошачьи уши сильно контрастируют с репертуаром. Парни выбрали нетленки групп Radiohead и Metallica. Скромные в жизни, заряженные адреналином на сцене, как настоящие рок-звезды, устроили перформанс. Музыка – это мой способ коммуникации с миром, я бы так выразился. Это то, как я могу ощущать мир по-иному, это то, как я, это мое окружение, это то, чем я занимаюсь. Это то, что дает людям жизнь и любовь. Это, наверное, одно из важнейших, что есть в жизни человека. Фестиваль такого формата в Мурманске проводится, пожалуй, впервые. Ведь большая часть вокальных и хореографических конкурсов не предусматривает участие рок-музыкантов. На самом деле, очень интересно посмотреть на других участников, на уровень музыкальной подготовки, вообще познакомиться, потому что музыка сближает на самом деле. Как отмечают организаторы, на одном лишь конкурсе они останавливаться не планируют. В их планах устроить крупный фестиваль рок-музыки с обширной программой и десятками участников. Александра Пескова, Борис Савельев, ТВ 21+.